когда я уже смотрю очень долго документальный фильм «Шоа», который идет 20, по-моему, часов, либо 10, не помню, про геноцид евреев. По-моему, 20, не помню. Я посмотрел 3. И когда ты видишь человека, который искренне улыбается, ему нравится, конечно. Нет, я тебе сейчас объясню. Он еврей. Ему задают вопросы, я тебе сейчас объясню, это не нацист.